Всем привет, с вами Мараня, и сегодня для меня самый главный день в мире спорта, в жизни моего спорта. У меня первое соревнование по спортивной акробатике. Сейчас 12 часов, я очень-очень сильно переживаю. Начало моего третьего потока идет в час где-то, ну, в 13:00 ночь. Начало третьего потока. Мне очень страшно, потому что это все-таки первое соревнование. Честно, я сейчас снимаю как бы влог. И если разрешено будет, и мне удастся поснимать в спортивной школе, то я, скорее всего, сниму до конца влог. Если нет, то я это видео вставлю. Ну, как бы с окончанием это сделаю, а все остальные видео с моего выступления я уже отдельными видео сделаю. И поэтому увидимся, если получится, то в спортивной школе, или нет, то в конце. Ну что, снова здравствуйте, ребята. К сожалению, не получилось поснимать. Да, я в той же самой одежде, потому что, ну, я только что пришла домой, и... Вы не поверите, это мое первое соревнование. Никто не учитывал то, что сколько я занимаюсь. Я занималась всего лишь полтора месяца. И сейчас я вам покажу. Да, вот моя комнатка. Кто не успел увидеть, что у меня тут стоит. Ну ладно. Первое — это грамота. На ней ничего особенного нет. Уже все видно. Короче... Лошара. Грамота грохнулась. Блин, я заняла второе место. Вот, сейчас... Стул просто не очень. Я заняла второе место. Круто, очень. Я обожаю тех, кто поставил мне девяточки. Да, и у меня там есть одна тренерша, которая, не знаю, по ошибке или нет... Поставил мне не 9 баллов, а 9,1, не знаю, может быть, там до 10 баллов, но я, честно, не знаю. Поэтому вот так. И сейчас бы я хотела вам еще показать мой купальник, в котором я выступала. У меня вот эта рука очень сильно болит, я взяла вот так другой ручкой. Вы в следующем видео можете увидеть, вернее, да, в следующем видео, потому что... Про выступления мои, в каком я была купальнике, как он на мне смотрится. У меня, честно, очень-очень много вещей в моем гардеробе. Там еще за этими. Вы могли догадаться, то, что он либо синий, либо черный. Вот он синий такой, с блестяшками, красненький. Моя красота. Все. Именно в нем я выступала. И... Он пока что самый-самый первый, самый удачненький. Если он мне станет мал, я попрошу найти мне такой же купальник, потому что он, просто он очень-очень красивый и очень-очень удачный. Я в следующие соревнования, которые у меня будут 9 декабря или 25 ноября, я уже точно не помню, когда они у меня будут. Да, кстати, сегодня 11 ноября. Совсем скоро, возможно, будут еще одни соревнования, но это я точно не знаю, потому что могут и не взять, потому что у меня только что были соревнования, мне еще на одни надо бежать. Вот, и как бы у меня будет, скорее всего, только 9 декабря. Я в нем тоже выступлю, смотря какое место я займу. Я уже определю, счастливый этот купальник или не очень. Потому что по плаванию я раньше занималась спортивным плаванием. У меня было 3 купальника, на которых у меня отлично, ну, на некоторых отлично получалось плавать. Первый мой самый-самый первый купальник — это такой фиолетовый, лилово-розовый купальник. Он не очень был, но он стоял у меня на втором месте. Дальше у меня появился бело-черно-красный купальник. Вот он реально, он счастливый. Я на всех
занятиях, тренировках, прям, ну, быстро с ним плавала. А третий, это такой купальник, тут был Пегасик. Ну, он очень-очень тоже прикольный, но я все-таки решила не идти на плавание, закончить с ним, поэтому пошла по пути акробатики. Моя тут красавица. Капец, ну я прям, ну не могу, но она, ну блин, вот, она, конечно, не очень, как бы, было бы красивше, если бы ее, как бы, всю сделали из такой серебрянки. Тут вот это зеленое, это лишнее. Более не очень сочетается вот с этим флагом, иначе. Не очень вкусненькое. Ну, в общем, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите следующие видео с моими выступлениями и пока-пока! И не забудь нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Пока!